Ай. О, привет. А ты где? Вот я стою. А, фу ты ё-моё. Welcome on to hell on the earth. Окей, добро пожаловать в ад на земле. Итак, всем привет, да. Да, всем здорово. Я не буду показывать, наверное, вступительный ролик. Там, короче, чувак сказал, что он случайно уничтожил девушку и убил ее ребенка, в общем. И, в общем, это все из-за аварии, бла-бла-бла. И, короче, поехали. Вот сейчас поймешь, про что я. А, так вот ребенок, да? Знаешь, я не хочу его трогать. Я тоже не хочу его трогать. Но, видимо, нам придется это сделать. Нет, ничего не будет. Нет, нет. Пофигу. Дверь первая. Сука. Так, хорошо. Мы проходим. Блять. А перс пересрал, перс пересрал. Да меня больше звуки пугают. Почему фонарика нету? Я его специально... Я отрубил все. Вот на прошлых картах мы играли, нас убивать не могли, ничего не могли. Один. Ау. Ёп. А чё? А фонарик-то вообще вещь-то нужная так-то? Зачем? Так, давай туда пока не да, домик, давай мы... У нас есть еще 3-4. Да, у нас еще есть 3-4. Давай в 3. Так. Да. Что у нас? 7. 1, 7. Нет, стоп, там... Воу! Это себя выкинуло. Что это было? Я вот что-то здесь проходился, меня как кинуло. Да-да-да, тебя текстурка бросила. Видать. Это, видимо. Видать. Баг, глюк. Такой... В смысле 1-7? А, вон там 1, а тут есть цифра? Да, там тоже должна быть. Тут 5. 1, 7, 5, хорошо. Нет, наоборот. Подожди. Воу! Наоборот, 5. Воу! Потом идет 1, потом 7. Да ты, чувак, псих! 5, 1, 7. Блин, а как туда идти? Ногами. Ты прошел? Да. Так, я не вижу цифры. Цифра на полу, наверное. А нет. Так, вот сейчас. Вон, а, 6, вон 6. 6 цифр. 5, 1, 7, 6. 5, 1, 7, 6, да? Да, куда идти-то? В третью, да? Мне что-то кажется, что этот ребенок потом живет. 5, 1, 7, 6. Ну так, вот как? Нахрена ты это сделал? В смысле? Еще ничего не произошло. Я в принципе, в общем. Ребенок. А, зачем? Да, зачем ты это вообще сделал? Что? Да тут стекло разбилось, когда я к нему... Ты сам себя испугал, я понял. Так я подошел, стекло треснуло, я взял эту штуку, и она на меня упала. Так, чувак, здесь висят... Воу. О. Ты видел это, да? Да. Что-то все двигается. И куда он исчез? Куда-то сюда. Дэс, хочешь туда заглянуть? Куда туда? Вон, в угол. Бутылка? А присесть и там посмотреть, что там есть? Нет, там нету красного этого. Мне кажется, что нам надо назад возвращаться. Типа, мы такие назад возвращаемся, там кабум, нет? Наверное. О, а нет, казалось, думал, двери нет. Ну чё? Ничего. Может, ребенку надо было ту бутылку принести? А может быть. А где я ее теперь? Разбил. Ты ее разбил? Не, мне кажется, это... здесь надо что-то сделать. Здесь какие-то... Ну, стоп. Он же это... Пробежал сюда, значит, здесь должна быть дверь какая-то, нет? Думаешь, беспалевная какая-то? Ну да, я на Е нажимаю. Это вдруг здесь что-нибудь есть? Хотя это как-то тупо, на мой взгляд. Господи, все летает. У тебя из-под ног все вылетает. Че-то как-то странно, не кажется? Че-то как-то странно, да. Сейчас какая-нибудь... Да. Или нет. Неожиданно какая-нибудь штука произойдет. Так, а может нам надо было на большую кнопку нажать? Я нажал. Ой. Да, здесь больше ничего нельзя. Че-то как-то это... Где ад на земле? Ребенок.
Вся карта. Вся карта. Что-то пошло не так. Где от на земле? Может, нам вернуться надо, не знаю. Да нет. Где мы можем умирать здесь? Как бы было бы от чего? Ты где, кстати? Я хожу тут по комнатам, смотрю, может, еще что интересного тут есть. О, блин. О, я тайник нашел. Где? Где? Алло? В первой или в третьей комнате. Второй. А, во второй. Где? Где тайник-то нашел? А, во, слышь, я понял, что делать. Смотри, вот, короче, тайник вот здесь вот был. Ну. И свечки. Вот эти вот свечки, их надо в этот, в анархический вот этот. А-а-а! Так это не свечки, это бутылки. Нет, ну это бутылки, свечки надо искать. А, я понял, и короче это, все, да, доперло. Вот еще одна свечка. Доперло. То есть я случайно там юзнул, там открылась эта вся фигня. Я понял. Так вот у нас здесь проблема будет. Потому что там ничего не видно, и ты куда-то ее дел. А фонариков у нас нет. Да включи фонарики. Проблема в том, что они на самом деле отключены картой. Так. Вот, я еще одну свечку нашел. Блин. Даже гранаты не действуют. Ты мне дверь-то открой, дурак! Какую дверь? Которая закрылась у меня. Что произошло? А, они еще раз побахнули? Да, уйди. Вот. Дверь-то, главное, открой, говорю, которая закрылась. Такой, хиняк, блин, прости, меня убил и нафиг. Я мне чуть не обосрался. Здесь тоже свечка есть. Ё-моё, кто смеялся? Не знаю. Я подобрал свечку, кто-то засмеялся. Чё-то, рота какая-то происходит. Это что такое, Дэс, иди сюда. Где ты? Вот в самой центральной. В смысле? Ну вот, где вот мужик пробежал. А-а-а, так у меня дверь закрылась. Сейчас откроется, подожди. Сейчас у тебя хрень будет, да, и откроется. У меня здесь хрень уже происходит. Я не хочу к ней подходить. А-а-а, блин! Сука! Походу персич наложил, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно, на самом деле нам нужно что-то, что... Блядь. О, нашел. Все, зашибись. Оп. Нашел, нашел, нашел. Вот, и, короче, там шел этот мужик. Он, короче, тихо. Шел огнем. Я поставил. Мать твою! Ребенок, ты охренел! Подожди. Подожди, подожди. Вот, и короче, он шел такой, огнем, у него огонь из жопы бил. Он такой идет, идет. Остановился такой. Я такой, говорю, типа, открой дверь. Ты такой, я не могу открыть. Я такой, жду, жду, жду. И меня начал, короче, с криком по комнате по всей кидать вправо, налево. Вообще. И все? Вся карта? Может, нам надо в центр стать? Нет, так не работает. А может, нам свечки надо туда перенести, не знаю. Это так тоже не работает. Пойдем теперь в ту комнату опять сходим. А там-то что? Там нет ничего. Здесь так раз, что бомбалейло, да? А почему здесь вообще ничего нет? Ой, сюда ступи. В центр ступи. О, отлично. У меня все исчезло. Магия. Маги. Подожди, а мы оттуда пришли, да, получается? Да, да, да. А где эта центральная комната, из которой я вылетел? В смысле, вот она, там дверь закрылась. Там стена твоя. Ты кирпичей наложил, смотри, сколько вот, видишь? А? Ты просто нам путь заблокировал кирпичами. А, и я оттуда как бы вылетел. Да, 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 да. Все понял. Я ежму, не знаю. Че за... Че за фитиканье? Хиромантия произойдет. О, ребенок.
А может, стой, положить его туда надо? Дай-ка ребенка. На. Пошли. Ой. Ой. Не нравятся мне эти двери. Твою мать, сука! Слава богу, это не я. А, тварь, блин. Чё открылось? Вон дверь открылась. Дэс. Дверь открылась. Какая? Вон та. Давай в другие проверим сначала. Не, они все закрыты. Сука. Там темно, где фонарик? Я не хочу туда идти. Ой. А! Что, блин, сука ты? Нахер ты меня пугаешь? Я вспоминал прошлую карту! Да ты понял, да? Да. Ёб твою! Сука. Что такое? Там какой-то хер появился, он меня выкинул. Ты не пройдешь, говорит. А у меня все нормально. Ну так потому, что он один раз срабатывает. Блин, а все дальше становится. Иди давай, иди. А, лох! Так, я тебя, короче, на последний жду. Давай. Такой приколист, ты такой прыгаешь там, типа, умираешь. Ой. Так ладно, я это вырежу. Ладно, я тоже вырежу. Да пока он там перепрыгнул. Сука! Это пиздец, это страшнее поездов. У меня аж мурашки по коже. Что, от чего именно? Так от всего. Фух! Так, что, идем? Да. Че, лицо дрыгается? Да ладно! Че за наебалово? Там дверь, походу. Нет, нажимаю, ничего не происходит. Погоди. Я почти. Давай еще. Давай ты. А может быть надо вот с этой туда прыгать? Нет, давай ты. Давай. О, я здесь оказался. Попрыгун. Давай. Зачем ты это сделал? Зачем ты прыгнул? О, я прошел. Так. Ну что ты встал? Назад. Нет. Назад иди. Нет. Да, отойди назад. Я не могу. Там ребенок. Какой ребенок? Вот ребенок. Ай, он нас отталкивает. Видишь ребенка? Я говорю, не могу назад. Все, я взял. Давай. Так, ну нахер, на. О, а не, здесь нормально. Здесь нас несут. Ой, бля, чувствую, сейчас херня будет. А вот хрен! Не испугался? Нет. Ожидал. Очевидно, да? Ну, в принципе, да, очевидно. Так, какая дверь? Походу, нам все двери надо пройти. Вон та. Какая из них? Вот самая. А? Так, опа. Это я? Только синий. Правильный человек в неправильном месте. Что за хуйня? О!
Вау. Иди. Господи. Что за бредятина? Это типа, чтобы мы расслабились, что а, все, типа, все фигня. Да-да-да. Так, вон та. Какая? Вон та, а, вон. А, ага. Да, я теперь первый опять. Чтобы... О, тут не темно. Мне это не нравится. Там кто-то да, есть. Да, там идет чувак. И зачем я пошел первый? If you hear this, you need to load part 2 now to continue playing. Блять. Что за хуйня? Он сказал, да. Типа, если вы это слышите, то вам нужно загрузить часть вторую. Так. Yes. Чего? This... А, все? Ну, следующая часть ее. Это же карта. Окей. Так, сделаем сброс. То есть сейчас с этого момента начнется, да? Ага. Здравствуй, Перс, я правда тебя не выйду. Не выйду, вижу. Вот. Нам сказали найти каких-то 3 объекта. Я очень не хочу ходить в туалет на этой карте. Сзади тебя кто-то появился. И сейчас. Блять! Появился сзади меня, напугало тебя. Нам, короче, 3 подсвеченных объекта нужно найти. Ясно, понятно. Так, давай их оставлять будем вот здесь, у туалета как раз. Вот смотри, вот это рычаг, это первый объект. Что, типа мы тут были? Нет, нет. Нам сказали их найти. Я же не знаю, куда их применять. А. Пока. А ты пока. Где? Или вот здесь в баре оставим. Давай в баре, на стойке. Проще даже знаешь где, смотри. Не в баре, а вот тут. Здесь посвеченное есть. Место пустое. Угу, окей. А потом там скрим появится. И мы оба обосремся. Ну ладно. Что-то мне не нравится кровь, которая здесь течет. Там дверь еще не открывается. Пойдем. Ну конечно, ну конечно. Как нет-то? Нахер. Короче, один из 3 объектов был найден. Вот объект. Блять. А я что-то мимо него проскочил. Это раз. Так, понятно, эту хрень вот сюда надо было сделать. А! В этом смысле. Ее, короче, надо было сюда принести. А вторая где? Еще 3. У нас еще же один объект есть. Угу. Где он? Не знаю. А ты сейчас там какой объект нашел? 2 получается, но я его, видимо, не подобрал. А где он? Не знаю, мне просто написали, что типа объект найден. И погас экран на секунду. Ну там тебя это задавить хотели. Да? Да. Ну я не видел, тебе виднее. На меня да, там... я видел. Я ожидал, что после этого опять какая-нибудь херня произойдет, типа открывание дверей в туалете. Но ничего не произошло. Ой, я, кажется, нашел еще одну комнату. Где? Я не хочу туда заходить. Ты где? Это там, где бар сюда, в эту сторону. Где бар? Ну я у бара стою. А, увидел. Знаешь, зеленого джимена не увидеть на карте, это очень сложно. Проходи. Прошу. Блять, тут какой-то хер стоит. Ожидаемо. Уже не страшно. Так. Ну. И чё? И чё, всё что ли? Я не вижу здесь подсвечиваемых объектов. Не делай так. Я боюсь. Так. Я что-то как-то не врубаюсь. А где еще это подсвеченный объект? Что здесь вроде нигде больше нет ничего. Возможно, нам на лифт надо попробовать. О, кстати, лифт стал работать в натуре. А. Кстати, да. Кстати, нет.
Блять, не делай так. А, вот еще одна дверь. Заходи. О. Заходи. Заходи. Да что все время я на себе тестирую? Только мне вопрос, а как мы ее разломать должны, по его мнению? Не знаю. Ну-ка, дай попробую. Так а зачем я хотел вот так вот сделать? Оп. А, стоп, а ну-ка отойди. Чего? Иди нафиг, давай первый. Нет, иди ты первый. Ай. А то мне все время в комментариях там в первом под первым видео написал, что типа я боюсь, там, а ты типа нифига. Да ну нахер, это вообще какая-то задница. Сейчас из-за поворота какая-нибудь... Блять, там темно, слышишь, Дэс, я вообще туда не хочу идти. Пошел, негр. Я жопой пойду. А там тупик. Иди. А, нет, вот сюда надо идти. Все-все, иди сюда. Куда? Ну вот, найди это самое. Ты тоже жопой идешь ко мне, что ли? О, ребенок. Сыкун, иди передом, сзади, ребенок. Да придурок, ребенок сзади. Какой ребенок сзади? Вот этот. Пошел он нахер. Что-то тут все ярче и ярче становится. Сейчас такой вам поворачивается где-нибудь случайно, так хрена какое-нибудь дерьмо. Так. А. Нормально. Я ожидал этого, я спиной выходил. Но все равно тебе это не помогло, да? Ну, крик испугал больше, да. Как бы ручки дернулись. Ручки дернулись. Суки, а. Так мы нашли три объекта или нет? Или тебе не... Я не знаю. Тебе написалось? Мне вообще ничего не писало. Ни один, ни два, ни три. Чё за ребенок-то? Ты его взял? Блин, чё такое? Чё это? Чё тут упасть и хотела на меня? Там вот эта решетка типа хотела грохнуть. Она грохнулась, в принципе. Так. Да, там мы уже были. Мне кажется, все-таки мы что-то объект там не нашли. Вон, смотри, бар открылся. Пойдем в бар. Да, стой, 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 стой. Я хочу первый. Не-не-не-не-не-не-не, а то ты ссыкуешь все время. Вон, я вижу подсвеченный объект. Бери. Да я не могу пройти. Бери. Где он, а? Так. Сейчас какая-нибудь фигня из этой, из кухонной. И чё? Не закрылся. Так. И что это было? Меня придавило дверью. Меня дверью придавило! Ой, Вольс. Флавос. Она должна была вылететь, видимо. Флавос Виктори, короче. Так, объект, хорошо. Мне кажется, его в микроволновку надо. Что-то тут звук какой-то нехороший. Так, ну и? Не знаю, я, короче, ее пока вот сюда положу. Потом придумаем, куда ее пристроить. Так просто идем и пристраиваем ко всему, что это. Че не лень. Ко всему, что плохо лежит. Мне кажется, что это в серверную надо отнести. Главное не похренить этот объект. Что ну мы да. Здесь в темноте? Мы походу один все-таки посеяли. Как раз вот тот вот. Который там вот был где-то. Так, ладно, кладу ее пока вот сюда. Угу. Походу просто его не донашли. О, здесь дверь открылась, она была открыта. Что? Не, это была, ты же здесь покакал немножко. А, точнее, да. Просто коробок не стало. Просто коробки убрал, да. Что ты никак не запрыгнешь, что ли? Всего лишь один раз не смог. Давай ты в ту сторону, я в эту, и там встретимся с тобой.
А, я чувствую, я босс Русь раньше. А, ну и все, вот мы с тобой встретились. Привет. А может мы здесь какую-то дверь не нашли? Ну, проход. По стеночке иди, вдруг там в проход попадешь. Да нет, нет нифига. Точно? Точно. Я бы запнулся. В принципе. Здесь ребенок просто был. И он исчез, да? Угу. Я сейчас боролся с тем, чтобы не обосраться от того, что я тебя увидел. Ну просто знаешь, у тебя скин такой еще специфичный. Да-да, я знаю. И он очень похож на скин того чувака. Мне все-таки кажется, что что-то в баре, потому что, ну, бар был закрыт. Он открылся. Нет, она... это типа пугалка такая была, там дверь должна была вылететь. Все, конечно, хорошо. Но куда нам ставить хрень? Кассовый аппарат не работает, извините. У меня руки розовые. Розовые руки. Так, ладно, пойдем искать, куда же нам вставить. Вот. А, стоп. Лучше мне в генератор, ну или? Я там генератор видел. В конце туннеля. И что это вообще? Не залазит, это вообще какая-то мусорка. Ладно, носи пока что. Да. Да, да. О, я себя вижу в зеркале, круто. Ну как бы да, логика. Вот смотрите, какой я. А, ну да, кстати, насчет какой я. Типа я вот такой вот веселый джимен. Всем привет. Ты носишь? Да. Пошли. Носитель. Че ты как-то геморройно? Попробуй тыкни вот сюда же. Слышь? О. Сработало? Угу. Все объекты найдены. Все? Кредит? Конец? Серьезно? Мне кажется, сейчас здесь что-то бомбалей. Ну, я был фактически прав, окей. Да, я боюсь. У меня нет фонарика, я боюсь. Сокотливая девочка. Ну а тебе не страшно, что ли? Нет, вот. Да конечно. Сейчас, кстати, не страшно. Мне было страшно вот на карте с поездом. Эта карта не такая страшная. В первый раз, когда вот он появился, когда я ребенка несу, там да, я стреманулся. А здесь как-то, ну, не знаю. Че, все? О, не, вроде куда-то нашел. Слушай, сюда. Видишь меня? Да. Там проход куда-то есть. Все, нет никуда прохода. Там обо что-то цепляюсь определенно. Об меня. А, да? Нет. Нет. Стоп. Да нет, это ничего. Мне кажется, здесь надо по этим, по огню идти. Не знаю. Слышь, огонь туши! Огонь туши. Ну не, ну нет. Дэн. Идешь ко мне сюда на последний огонек? Да. Ой. Сука. Блин. Дэс, ты где? Дэс, ты где? Дэс? Что? А почему ты в другой комнате? Я убиваю. Ты кого там убиваешь? Сталкеров.
Каких сталкеров? Я мщу ему за то, что... В общем, я мщу ему. Стой, каких сталкеров? Ты-то где? Я вообще тут... А! Что это за звуки? Так, ты... Я вообще... В туннельчике тут хер какой-то стоит. Иди вперед, пробирай. Не, я не хочу. Да не будет там, просто там они будут постоянно появляться, и все. Я их только что перебил всех. Давай, хорош, стыковать. Хуже маленькой девочки. Просто иди вперед и все. А, они вот появляются. Да, все, да, да. Все, да. Как рынок, и все они с тобой побежали. Не, вот упал, видишь. Нам сюда. Я же говорю, я там обо что-то спотыкался. Ну, в смысле это. Нет. Теперь понял? Блин, я тебя не вижу. Я иду, иду. Вон, да, вижу. Ну, вообще пипец. Не, ну не страшно. Это, блин. Чё? Вот. Не, ну это было не страшно. Зло там уже, наверное, Фомка? Течет. Чё? Это все? Дали Фомку, чтобы сломать кирпич. Нет, дали Фомку, чтобы... Вот да, нам... да, да. Ясно, понятно. Дали Фомку, чтобы это... Ай. О. Сзади? Нет, там ничего нет. Behind you. Ты чё, yeah, ты чё орёшь? Как это помнишь? Help! А вот теперь точно behind you. Или сверху. Сверху, Дэс. О. Пошла вон. Чё затихло все? Вот ради этого, видимо. О! Где мы? Ты сверху тоже? Я ничего не знаю, у меня вообще темнота, ночь. А у меня ничего. О, G-Man спускается, у тебя тоже? У меня... А, да, вот, увидел. А где ты? За перегородкой. За какой перегородкой? Я вот перед ним прямо стою. Под ним. Я знаю, я тебя вижу. А я нет. Ты где? Я вот стою прям под светом. Мои глаза... Окей, он отец. На самом деле он... Помер, ну ладно. Все, конец? Я все еще могу долбить. Видимо, это конец этой карты. Честно, как-то не очень. Да как это не очень? Мне хватило. Ну главное, что тебе хватило. Да, самое главное, я порвал душу. Вот, да. Ну все, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. До скорых встреч, удачи, пока.